Дорогие зрители, ваша активность на канале поможет другим увидеть наше видео. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И пусть вам это запишется как награда за благое дело. Амин. Бану Исраиль, сыны Израиля. Кто они? В своей основе Исраиль – это еврейское слово, означающее «раб Аллаха». Исра-иль. Раб Аллаха, Яакуб, мир ему, это Исраиль и его 12 сыновей. Это и есть Бану Исраиль, сыны Израиля. В Палестине есть скала, на которой они убили 70 пророков, и да упасет нас от этого Аллах. Ну, большинство из тех, кто в наше время считает себя израильтянином, не относятся к коленам Израиля. В следующих сериях соизволения Аллаха мы узнаем, в чем разница между иудеями и евреями в целом и сынами Исраиля. لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام.